Don't you know that I'll be around to guide you through your weakest moments to leave. Всем привет, дорогие зрители! С вами снова Ниагара, и наконец-то вышел перевод нашей долгождаемой, В общем, долго ждали мы Life is Strange, третий эпизод, и наконец-то продолжаем. Теория хаоса называется. In the previous episodes of Life is Strange. Послушаем, что было в предыдущих эпизодах. Little pieces of time. I'm so sick of people trying to control me! Don't ever touch me again, freak! It totally makes sense. You hella saved my life. I think it's awesome you set a tongue record on video. You're going to be sorry someday. And there she is. How are you doing, Max? Hi, Joyce. I am so sorry about William. I have great memories of him. That was his gift to us. Wonderful memories. Let's talk about your superpower. Hey, it's Thelma and Louise. You're my business now. That's Rachel's bracelet. Why the fuck are you wearing her bracelet? You want me to cut you, bitch? Please, step back. You're kidding. Put that down. Please, get me out of here! Max! Nobody cares about me. Nobody. What are you doing here, Max? Now, I know today was difficult for everybody. Miss Caulfield, why exactly were you on the route with Kate Marsh? Please, tell us everything. What the hell is this? Max, there was no eclipse scheduled today. I believe you, Warren. I'll believe anything this week. Да, девочка сбросилась с крыши в моем случае, в моем эпизоде. Мне писали там, что возможно ее остановить, но как-то, ребята, что-то как-то не вышло. Не знаю. Неправильно отвечала, возможно, на ее вопросы. Жаль, но все же это доступный вариант в игре. То есть, что мы ее не спасли. И дальше разворачиваются события по-иному. И мы будем проходить именно такую ветку. Показывают нам кампус, и она спит, уснула за ноутбуком, похоже. Теория хаоса, да. Хомяк там или кролик? Кролик, похоже, да. Тусуется в клетке. Кейт? Chloe would be all over this, so I better get moving. Мне стоит поторопиться, но вы знаете. I still can't stop thinking about Kate. Шмарным снег. It's like I'm awake in a bad dream. Дать морковку. Я что-то хочу покормить братца кролика, потому что я в прошлом эпизоде я вот читала, что я много действий не сделала, например, там полить растения, что-то типа такого. Взглянуть. See, Lisa? At least I kept you alive. Да. Guess I'm better with plants than people. Такие мелочи, на которые я не обращала внимания, а оказывается, можно с ними взаимодействовать, и это влияет как-то на прохождение игры. Взглянуть, использовать. Давайте посмотрим, что там в ноутбуке. Glad the media doesn't waste a second exploiting tragedy.
Now Kate's family has to see their daughter's death all over the web like a cat video. And I'm even in this one. Oh, that makes me ill. Да, написали уже об этом. Besides Rachel, it's been a while since anybody vanished from Arcadia Bay. This is such a moving piece of cut and paste Blackwell bullshit. Nobody here had Kate's back. Too little, too late. Yes, now everybody loves Kate Marsh. They bullied her and now post their feels? Hypocrites. Either I delete my page or I block everybody. Черный список, да. Ладно, не особо важно это все. Blackwell might as well shut down for the next month. Посмотрим, что здесь есть. Фотка. Так, хорошо. Ладненько. Фотку посмотрели. И взглянуть на... Да. На музыкальный центр. Взглянуть на кровать. Она устала. Так. Встретиться с Хлоей. Да, может быть, взглянем на карту. Занятия, расписание занятий. Английский вообще вычеркнут. Типа, да нафиг, нафиг, ничего не буду посещать. Okay, this is scary dark. Let there be... Да будет свет. Здесь какой-то памятник. Кошмар. Какой. Зажечь свечу. За Кейт. Bless your gentle soul. Она погибла. Это мне кажется. Ну, сильно неправильно в таком возрасте. Покидать жизнь. Да. Понаписали ей там, Кейт, мы тебя любим, все прочее. Ни из-за каких ситуаций в жизни не стоит кончать жизнь самоубийством. Ни из-за чего вообще. Ни одна ситуация в жизни не стоит этого. Да. Объявление о пропаже. Мы должны встретиться с Хлоей. Я сейчас... Упс. Поищу кого-нибудь. Девочка здесь чистит зубы. Давайте поговорим с ней. Hey, Max. I saw you go up on the roof to try to help Kate. I can't believe she jumped. Так, успокоить. Успокоить, скорее всего. Чё обвинять-то? Все бы так сделали, наверное. I'm just, like, numb. I've never seen anybody actually die. Me neither. I didn't think you'd be so upset considering how much shit you and Victoria gave Kate. I'm my own person, not Victoria's bitch. Hello, like, she's freaking too. She already broke curfew tonight. Shit, I'm not supposed to tell anybody. Так, по поводу нарушения комендантского часа. Сказать или куда она пошла? Ну, я думаю, что я спрошу, куда она все-таки пошла. My lips are like sealed. Она не хочет нам рассказывать об этом. Ну, ладно. Ладно. Здесь больше никого нет. Отправимся дальше. Victoria isn't here. Maybe I'll just wait and bide my time. Going through her shit. Смотр вещей Виктории. Возможно, также нам нужно встретиться с Хлоей, как мы помним. О, боже мой. Диана, поговорить с ней. Hey, Dana. Он почему-то диалоги не озвучен, ребят, не знаю почему. Она была подавлена. Мы все в ответе за случившееся обвинить Викторию. Она была подавлена. Почему она была на крыше, как... Кейт была настроена решительно, это все, что ты знаешь. Б, это все, что ты знаешь.
I know anything else. And Max, it's not cool to treat me as if I'm some suspect. I have a fucking headache now. So please, let me crash. Ладно. Она как-то очень так настроена, депрессивно. Good for Dana. If Dana talks to Juliet about this, she's gonna wish she didn't. Все, ладно. В ее ноутбуке тоже ничего интересного. Так, yes, взглянуть. Циклон, ну, клуб Циклон, запоминаем это название. Клочок бумаги. Что там в мусорном ведре? Читать. Диана, из меня плохой писалка, но я не могу молчать, не обижайся навсегда. Я знаю, что веду себя со всеми как наглый качок. Я никогда не вел себя так с тобой. Ты заслуживаешь лучшего. Ты видел, как я струсил. Если тебе нужны деньги, дай мне знать. Целую, Логан. Так, что у них здесь происходит? Бабче. Взглянуть, что там. Так мило. Ну ладно. Доска. Что здесь? Скучает по Кейт. Господи, это все ужасно. Девочка покончила с собой. Причем причины, побудившие ее к этому, ну, не столь, как бы я сказала бы, значительные, что нельзя было бы это пережить. Да. Могла бы жить с этим. Скамейка присесть. Нет, что-то как-то не хочется. Тотем мы можем посмотреть, фонарь. Но меня интересует этот тотем, я хочу на него взглянуть. Не убивай меня. Ладно. Надеюсь, что не убьет. Сломанный фонарь, например. Стоит осветить здесь территорию, да. А там Мунриал, как это называется? Мемориал, как-то так. Посвященный Кейт. Да. Мемориал. Кейт спрыгнула. Ой, извиняюсь. В моей реальности она спрыгнула, да. Чего? Мне нужно кое-что тебе показать, встретимся под кампусом. Тащи свою задницу живо, Макс. Макс. Ладно. Мне, кстати говоря, подождите, у меня там еще какие-то сообщения, да? Или мне показалось? Сейчас посмотрим. Тут все дневники. Ну ладно. Так. Я могу? Блин. Скрытность не мой конём. Да, это действительно так. I'm sorry, Principal Wells. I'm still upset about Kate. I needed some air and space to walk. I'm sorry you had to go through that today. You tried to help. Да, он пьян, похоже. God damn it, Black. Переживает из-за смерти Кейт. And I let her and Kate down. Go on back inside. Get some rest. It's been a shitty day. Good night, Max. Great. So how do I get past him to meet Chloe? Как мне проскочить? Как? Я не знаю. Я могу что-то сделать. That smart son of a bitch has me trapped. Так. Я не вижу, чтобы что-то наверху было, чтобы можно было его отвлечь чем-то отвлечь. Как я пройду здесь мимо него? Вот же засада, а? Вернись в общагу. Он пьян, но тем не менее он загоняет меня в ловушку. Хорошо. Давайте пройдемся, посмотрим, что я могу использовать против него. Сломанный фонарь. Могу ли я что-нибудь здесь засветить? М? М?
Нет, просто могу констатировать факт, что он сломан. Мне нужно какое-то отвлекающее действие. Что здесь? Могу сесть на скамейку, ну что мне это даст? Дверь, смотрите, какая, я могу сюда пройти. Так. Хорошо, ищем что-то полезное. Взглянуть, что это? Инструменты. А, это что? Шурупчики. Время можно перематывать. Так, то есть здесь я что-то могу перематывать. Модой. Так. Ладно, но прежде чем перематывать, я хочу исследовать тут что-нибудь. Или что? Просто перематывать? Это что? Кто это носит? Ну ладно. Хорошо. Перематываем время. Как будто он меня не видел. И что мы здесь можем использовать? Комод. Nuts and bolts. Like my grandpa's garage. Что-то изменилось? Я вот, честно говоря, не понимаю. Журнал. Следит за модой. Нет, я не понимаю, чем я могу его сюда привлечь, чтобы... Вот одежда. Одежда. Коробка. Ничего нет. Чтобы он пришел сюда и не стоял там, не следил за мной. Странно. Не знаю. Он сюда не придет, да? Я так понимаю. Фу. Иди сюда. Come here. Вряд ли он придет. Боже мой. Ну ладно. Фонарь сломанный тоже неспроста, да? Сломан. Может быть, мы тут отмотаем, может быть, он не сломан. Нет, сломан. Стоит починить этот фонарь. И мы как-то должны его отправить чинить этот фонарь. А? Как вы думаете? Я должна ему сказать, чтобы он сходил и починил этот фонарь. Кстати, он отвернулся, и я теперь могу пройти мимо. Хлоя. А, Хлоя чего-то себе там мне написала, и как мне все это прочитать? Ё-моё, это вернуться в игру. И это все не то, РБ. Так, ладно, хорошо, это не то, это не то. Хлоя. Мне нужно тебе кое-что показать. Встретимся под Камсом. Ты сейчас занят. Что, Макс, ты тут? Ты тут. Уоррен, что хотел? Привет, Макс, хочу узнать, как ты. Знаю, сегодня было трудно, но ты сделала все возможное, чтобы помочь Кэти. Я тобой горжусь. Если хочется поговорить, я к твоим услугам. Спасибо, Уоррен. Все еще переваривает случившуюся меня отстранитель от занятий, но это мелочи. Перезвоню позже. И последнее сообщение от скрытого номера. Держи свой рот на замке, иначе тебе не построится. Я знаю, где ты живешь. Теперь тебя много времени подумать, какая же ты тупая. Да, угрозы. Пойти к главному кампусу. Я смогла пройти такие мимо него. Не знаю, честно говоря, как что-то как-то у меня так получилось его отвлечь. Я смогла пробраться. Какие-то угрозы. Плохо, плохо дело. Мне угрожают. Возможно, как важному свидетелю. Да блин. Страшный призрак панк. Да.
I don't think you need to prank me tonight. You always trip out on me for not being there for you, but is this how you're there for me? I'm sorry, Max. I wasn't even thinking. I suck. I'm not trying to be a bitch, but I'll never get the image out of my head of Kate jumping off that roof. All because my power didn't work. It didn't mean shit. I know seeing Kate fall was horrible. I don't even know how to deal with that, so I just act like an idiot. But it's your badass power that's gonna bring all this to a close. We just need to connect the players and find out who really killed Kate. We have to stop this from happening to anybody else. Oh yeah, and somehow stop that tornado from wiping out Arcadia Bay, right? Так, остановить торнадо, теория хаоса, я надеюсь, это не шутка. Блин, теория хаоса. Что за, если ответить теория хаоса? It was all about chaos theory? I don't see any control over this chaos. Oh, right. Except for your ability to, oh yeah, manipulate time and space. No biggie. Chloe, I just feel weird about some of my decisions. I mean, I even got my own dumbass suspended. Dude, do not even torture yourself like that. Let's focus on looking for clues, okay? Улики на Кейт, улики на Рэйчел, улики, блин, что делать? Рэйчел. We need to find out more about who Rachel was involved with. Да. Начнем с нее. С нее все началось, и мы должны начать с этого. And even though I don't know her, it feels like Rachel is guiding us to the truth. Fuck the truth. I just want to find my friend right now. It scares me to think where she could be. Do you think she's... Мертва, жива, наслаждается жизнь. Мертва. Dead? I'm sorry. I hate even saying that, Chloe. Not as much as I hate thinking it. Max, we have to find Rachel soon. We have to. I promise you we will. Like you said, it's time to start the search for clues. Now tell me what's your secret. Drum roll, please. I present the spare keys to Blackwell. Thank you, step prick. You are such a boss, Chloe. I just don't want you to get into any more trouble. Look at all the trouble dropping in Arcadia Bay. At this point, who gives a fuck anymore? You're suspended anyway, Max. Lead the way. I'm so glad you're my partner in crime. As long as you're my partner in time. Insert groan here. Thank you again so much for helping me put together a portfolio. Hopefully the rest of the class will follow your lead. Sorry, I was distracted. As you know, it's not been a good day for Blackwell. I know this has been an awful day, and you can talk to me anytime, Mr. Jefferson. Thank you, Victoria. I imagine you're pretty upset over Kate as well. I'm, like, still in shock. I've never seen anybody die. I really cared about Katie. Katie? I had no idea you two were that close. Did she? Well... How does this affect the Everyday Heroes contest? It doesn't. The contest is still a go, and I still have to pick the winner to best represent Blackwell. I've got all the photos, except one from Max. I'll give you a one-word sneak preview of Max's photo. Selfie. Listen, you've seen my entry. You know it's better than that. Wouldn't that be so cool to hang out together in San Francisco, Mark? Stick to Mr. Jefferson, Victoria, please. And, I haven't picked a winner yet. You already love my work, so it's not like you're playing favorites. Just imagine if you picked my photo, though. We would have to spend a lot of time together. That could be fun, don't you think? I'm going to think that you didn't say any of that. You might as well choose me. Otherwise, I might have to tell people you offered to choose my photo for favors or something. As a favor to your future, I'll also ignore that undisguised threat. This conversation is officially over, Miss Chase. I suggest you go back to your dorm now. Wait! I only... Are you fucking kidding me? So stupid. Just when I think Victoria can't get any more evil. Shit is about to get real at Blackwell. Let's go find out.
Зашли в школу, это довольно смелое решение. Обследовать здесь. Все, в поисках улик. We're both already in so much trouble. Not to mention the weed you brought into my room. Joking. I'm serious. We're not kids anymore. We're breaking and entering. If I have a key, how can it be breaking? They can't charge us for just entering. I'm serious. We could go to jail. Not if I'm related to the head of Blackwell Security. Stepshit will not want me in the hands of the local police. So we better find out what's in the principal's office first. You can rewind if we get caught, right? You have mad powers, Max. Tell that to Kate. Действительно, она совсем не парится по поводу того, что можно же все, блин, исправить и отмотать назад. И на этом, ребята, закончим эту главу, эту часть и встретимся в следующей. Всем пока-пока.